Дело это тоже пространство, где никогда не было хорошего благоустройства. И в прошлом году Роман Юрьевич идею эту подал, и именно под его эгидой, под его началом был создан спортивный кластер, где сосредоточено, если не ошибаюсь, 18 или 17 видов спорта одновременно. То есть там есть баскетбол, футбол, волейбол, беговые дорожки, воркаут, панофутбол, большой теннис, маленький теннис. В общем, с чего только нет, это все в одном месте, на улице, под открытым небом, Голубинская, дом 9. И после этого Роман Юрьевич предложил следующую идею, это сделать на этом объекте не просто вот возможность заниматься, а еще открыть пункт проката, чтобы любой желающий мог прийти и вот для своего вида спорта взять для себя любой инвентарь. Можно дальше, по-моему, у меня там все уже заканчивается. А, и еще одна тема, которая тоже в нашем округе зарождается и интересно организовывается. Кстати, инициатива процесса тоже лежала в районе Конькова, как ни странно. Это кусок у метро Беляева был впервые создан как пешеходная зона. Это создание троп здоровья, так называемых, где каждый желающий может по кольцевому маршруту пройтись, заняться спортом и прогуляться. На сегодня мы планируем, что от площади Гагарина до Южного Бутова в скором времени, в течение ближайших пару лет, наверное, еще, мы сможем дойти. На сегодня район Ясенево, район Конькова, район Теплостан, Обручевский между собой уже связаны. Ну и двигаемся в сторону туда, центра.